Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Еще один циклон усиливается, занимая всю центральную часть Западной Сибири. В понедельник его теплый сектор согреет южные районы между Иртышом и Енисеем, а с севера уже нависнет тыловой холодный фронт. Далее о погоде более подробно. В понедельник, 10 апреля, в Новосибирске без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 1-3 градусов, днем ожидается 7-9 тепла. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения.